тебе что-нибудь нарастим, выиграешь ты, братан. А ты сказал, что у нас одни девчонки потом будут, да? Ну, в принципе, да. А, тогда у нас наша красивая сведущая временная Максимка. Правильно сказал? А, Максим, да. Максимка. Та самая Максим. Тайный депешей. Привет. Здорово, привет. Максимка. Привет. На самом деле я никого не обманул, потому что я так понимаю, что у Максима сегодня сюжет тоже посвящен прекрасной половине человечества. Хорошо, что не осталось предыдущей. Почему? Алиса. Хорошо, что она не осталась смотреть на это. Почему? А сейчас нам Максим покажет. А сейчас я покажу, что делают с красивыми женскими лицами. Давай, Максим. Все помните фильм «Бойцовский клуб»? Да, смотрели, конечно. Это «Бойцовский клуб», тот фильм, который породил массу подпольных, настоящих бойцовских клубов, в которых участвуют, естественно, мужчины. Ну, в фильме я, кстати, не видел ни одной женщины. Нет, там был мужик с титьками. Да, да, мужик с титьками. У него были гормональные сбои, а женщин не было. Да, женщин не было. Этого достаточно. Мужик с титьками. Это, конечно, бойцовский клуб, где мужики выходят. Ты все время побеждаешь. Да. Так вот, я очень долго, честно, пытался найти... понять, существует ли женский бойцовский клуб. Действительно, потратил на это много времени. И все-таки я нашел, да, в Москве есть настоящий женский бойцовский клуб. Да. Дорогая, ты откуда с таким бланшем? Я там с ребятами. С ребятами мы во дворе футбик гоняли. Да. Ну, но этот бойцовский клуб, он не организован по принципу настоящего уже бойцовского клуба. Да, то есть это не какой-то подпольный гараж, это по принципу того, что девчонки созвонились. Ты что сегодня делаешь? Я сегодня... Пойдем друг и пошли в Битовский парк друг друга чистить рыбу. Уже хочется. Итак? Место не самое приятное, это Битовский парк. Вот, девчонок было немного, 5 девчонок, из них профессиональных бойцов было только 2, но все капы, бинты на руки, то есть все профессиональные атрибуты, они присутствовали, безусловно. Я дал старт. Это самый жесткий бой. Вот посмотрите внимательно, пожалуйста. Они еще не защищенными руками? Нет, они не защищенными в бинтах, да. И удары были по лицу, очень контактные. По корпусу, в том числе. Ой, ё-моё. Вот результат. Ну, интересно, что здесь, как и в любом бойцовском клубе, никаких обид. То есть после боя они друг с другом обнимаются, целуются. Так, переход в партер и победа. Вроде бы жестоко. Вот девчонки первый раз пришли в бойцовский клуб. Просто... как-то тренер попробовать. Это просто чувак, который помогает организовывать. Вот девчонки первый раз дерутся в бойцовском клубе, но получили массу удовольствия. Как вы сказали. Ногами работай. Да, и не подумайте, что это как-то жестоко. Они сами с удовольствием идут на это. Вот участница этого боя, она получила какой-то удар по спине, ей было больно, но смотрите, девчонки, в отличие от мальчишек, друг друга жалеют после боя, как бы, с пониманием относятся к этому. Хорошо бы сейчас вот Леша на глаза, чтобы камеры были видны. Нет, ты знаешь, с одной стороны, я немножко удивлен и возмущен, а с другой стороны, читал неоднократно, что девушки, они как бы эволюционные, генетически, они намного куда более жестокие, чем мужчины. Ну, прям вот, ты, Анатолий, сейчас. Вот теперь можно Анатолия? Анатолий сейчас не слушает. Вот, поэтому они сильно удивлен, но, блин, нет, черт побери. У женщин, у них болевой порог ниже, чем у мужчин. У них болевой порог ниже, и у них есть стремление добить соперницу. Если мужикам в драке хватит, все, я сдаюсь, там, ты... Не, по правилам бойцовского клуба, либо ты отрубился, либо ты сказал стоп, ну, это тогда бой прекратился. А это какая-то прям жесть. Я не знаю, как там... Как ты выражаешься? Эволюционно женщине свойственно скакать по трупу подружки, потому что это, эволюционно. Послушайте, выглядит это совершенно дико, жутко и прямо как-то страшно. Есть какая история. Если дерутся на улице два мужика, твое желание что? Присоединиться. Конечно. Если дерутся две женщины, то разнять. Я считаю, что именно такое правило должно Эволюционно мы приспособлены для того, чтобы разнимать дерущихся женщин. Нет, я тебе хотел рассказать, что у меня сразу же возник... Девчонки, подождите, может не надо? И одна из них сразу повернулась и получила тут же по лицу. Красавец, отвлекать не надо. То есть они выходят туда серьезно спокойно. Для чего? То есть, зачем исключительно? Это прагматическая какая-то подготовка к непростой уличной жизни Москвы. Они действительно, то есть те девчонки-спортсмен,
спортсменки, они туда приходят отрабатывать какие-то там навыки. А в основном девочки приходят туда действительно сбросить какой-то эмоциональный груз. Вот одна девочка, у которой была ватка в носу, она сказала, что типа разводится с мужем, и она давно хотела просто с кем-то вот подраться, выместить, выплеснуть негативную энергию. С мужем. Ей надо было сделать это с мужем. С мужем. Ну, зачем драться? Она из-за этого и разводится с ним, потому что часто с ним спринговала. Слабачок, он уже не отвечает всем моим требованиям. Он уже слабый. Ей было больно, она там попали по ней несколько раз неприятно. И после боя я говорю, ну и как вообще за тебе это? Ну, она говорит, я чувствую себя прекрасно. То есть я действительно, ну... То есть, подожди, это элемент психологической разгрузки. Вот такой вот нестандартный, выглядящий довольно дико. Ну, просто мужчины же тоже так разгружаются. Мужчины, так вот, женщины, но в это том числе. Мужчины, очень стереотипично. У девушки проблемы в жизни, не знаю, там, в личной, в какой бы то ни было. Она идет, меняет стрижку и там проходится по магазинам, все, она там самый счастливый человек вот на земле. Видишь, ну, не обязательно, а как вот она меняет стрижку, Алиса, да? Поменяй стрижку, на! Разгрузись психологически. Разводится с мужем, и вместо надежды найти еще одного, стать, ну, подтянуться, стать более красивой, найти себе более хорошего мужика, она идет, ломает себе нос, и уже все. И дальше уже все, более и более. Ну что, мы не одобряем это? Не одобряем вообще. Я видел неоднократно, когда ты говорил про женские бои, я почему-то ожидал увидеть что-то в шоколаде, ну на худой конец в глине. Ну как это показывается по телевизору в клипах? Наняли бы себе мазохиста, наняли бы себе впятером и отмутузили бы. Еще между собой драться. Не деритесь, девчонки. Мы не одобряем это. Хорошо, я им скажу, что парни не одобряют. Скажи, Савельева подташнивал от этого видео. С осуждением выступили.